Теперь я хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса, уважаемый модератор, о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательнее фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация договора о Союзе. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырех свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы, и Казахстан будет продвигать именно эти принципы нашей совместной работы. И все эти вопросы, безусловно, требуют к себе самого пристального внимания.